Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. А перед просмотром ролика не забудьте подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. А также не забывайте оформлять спонсорскую подписку на канал. Ссылочки на донат под каждым стримом в описании есть. Можете заходить, переходить, ознакомливаться. А также кнопочка «Спонсировать» на главной странице канала есть. Можете оформить спонсорскую подписку на канал. Не забывайте делать репосты. А сегодня мы поговорим о распродажах в Стиме. Когда, какие распродажи начнутся? Готовьте кошельки. Стало известно, когда в Стим начнутся крупные распродажи. Старается сохранить в тайне даты сезонных распродаж в Steam, но они снова утекли в сеть. Информацию опубликовал один из партнеров компании и ресурс Steam Double. Распродажи начнутся примерно в то же время, что и в прошлом году. В утечке также указаны требования для игр-участниц с момента релиза и первой скидки. Первые скидки должны пройти как минимум 30 дней. Еще за это время на игру не должны были увеличивать цену. Когда стартуют распродажи? Хэллоуинская распродажа 29 октября по 2 ноября. Осенняя распродажа 25 ноября по 1 декабря. Зимние распродажи с 22 декабря по 5 января. Напоминаем, что вчера в Steam появились новые скидки, которые продлятся до следующего понедельника. Халява в Steam появилось сразу 8 бесплатных игр. В Steam вышел бесплатный хоррор с рейтингом 100% от девушки-автора комикса. Халява в Steam бесплатная раздача аркаду про робота, который оказался единственным выжившим. Бесплатные ключи ВК и тага возвращается. Подписывайтесь на наши группы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, колокольчик. А то так мы узнали, когда будут распродажи. Первое. Распродажа начнется 29 октября по 2 ноября. В следующем идет ноябрь и декабрь. Все это у нас продлится только 3 дня. Тут тоже 5 дней. Тут неделя вообще. Ну, постепенно все больше и больше. В итоге там 2 недели должно выйти. 1-2 недели там, по-моему, распродажи будут общие распродажи. А так, приобретайте игры по скидкам, никогда не берите их без скидок. Со скидками это самое выгодное предложение получается у нас много. Сейчас у нас посмотрим, какие сейчас там игры по скидкам идут. Может быть, сейчас тоже идут скидки. Ну, мой магазин, мои игры. Сколько у меня игр, очень много. Слева можете видеть магазин, список желаемого, то, что я отправляю. Пока тут ничего по скидкам нету. Пока ничего нет, ну потому что ждем скидки, скоро будут. Я думаю, эту игру приобрести по скидке. Если она будет по скидке, может быть, заснять стрим по прохождению этой игры. Ну, проходить тут 10-12 часов, а то и 14 часов прохождения здесь. Может быть, разделить 2 по 6 часов. Джофф уже это прошел, многие блогеры уже пошли эту игру. В 2019 году, говорят, хорошая игра. Не знаю, кто захочет прохождение по этой игре, пишите в комментариях. А также Farming Simulator 19, Alpine Farming Expansion, Альпы выпустят карту, альпийскую карту за 800 рублей. Если она будет по скидке на этот DLC, может быть, мы приобретем ее. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до скорого.